Впервые в своей истории в этом году «Ивановская энергия» стартовала в серии плей-офф чемпионата Премьер-лиги России. Четвертьфинальные встречи наша команда проиграла, так что претендовать теперь может только на места с 5 по 8. Жребием энергии досталась сопернике команда «Вологда Чиваката». Соперник для нас очень известный. Мы всегда очень тщательно готовимся к таким командам, потому что силы равные и нельзя допускать лишних ошибок. Поэтому мы боремся и, то есть, всегда результат только в конце известен, потому что каждый из нас хочет выиграть. Всю первую половину встречи шла равная борьба. Команды поочередно выходили вперед, но не отпускали друг друга более чем на 5 очков. Именно такое преимущество и было у «Энергии» к большому перерыву. В третьей четверти игры гости смогли сократить отрыв по очкам, а в четвертой и вовсе вырвались вперед. Игра завершилась со счетом 69-77 в пользу команды из Вологды. Я считаю, что сегодня играли абсолютно две равных команды. За исключением, может быть, лидера соперников Глори Джонсон, конечно, игрок, который превосходит всех соперников здесь. И, видимо, это и было решающим фактором сегодня. У нее, по-моему, 14 подборов и 22 забитых очка. Это настоящий лидер. Проиграна битва, но не война, уверены ивановские баскетболистки. Следующая встреча с вологодской командой состоится на выезде. В планах у «Энергии» попытаться удержать лидеров команды соперника, пусть даже ценой фолов. Ведь именно этот матч решит, за какое место в турнирной таблице «Энергия» будет бороться в заключительных играх чемпионата. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.